На прошлой неделе погода для уток была хороша, кроме шуток. На этой неделе значительно хуже, ни дождичка с неба, ни лужи. Дождичек полей, литтели-тели, уточек моих пожалей. Вот такая забавная уточка получилась. Выполнена в единственном экземпляре по технологии настоящих профессиональных мишек Тедди. Относится к категории «Друзья мишек Тедди». Эту уточку я сшила из вискозы ручного окрашивания немецкой фабрики Шульте. Диско-шплинтовое соединение, наполнитель кедровой опилки, утяжелитель металлический гранулят. Милая, забавная, глядя на нее, хочется улыбнуться. Уточка ждет вас.